4 ноября столица Чувашии присоединится к всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств-2018». Показать с необычного ракурса возможности современных культурных учреждений и раскрыть их потенциал – цели акции. Вслед за «Ночью музеев», «Ночью кино» и «Библионочью», которые уже успели полюбиться большому количеству зрителей, «Ночь искусств» планирует привлечь большое количество молодежи. Такая нестандартная форма досуга позволит не только приятно провести время, но и пополнить интеллектуальный багаж. Впрочем, для тех, кто регулярно устраивает культпоходы, «Ночь искусств» предлагает особую углубленную программу спецсобытий. Наверное, именно поэтому «Ночь искусств» становится популярнее каждым годом. На этот раз всех участников ждет сказочный переполох в Национальном музее. Путешествие по сказкам, кукольный театр своими руками, показ мультфильмов – все это в программе мероприятия. Оно пройдет с 5 до 9 вечера. Все желающие смогут принять участие и в мастер-классах «Лепка из соленого теста», «Кукла-закрутка», «Игра на народных музыкальных инструментах».